Компания Asus безостановочно выпускает множество новых устройств. Одно из них сегодня у нас на обзоре. Знакомьтесь, MemoPad 7 ME176CX. Выглядит девайс вполне обычно. Существенным отличием от прошлогодних моделей стало более тонкое обрамление экрана. И несмотря на свой достаточно простой внешний вид, MemoPad все равно будет выделяться из огромной массы планшетов за счет своего цветового оформления. В линейке доступны следующие цвета – белый, черный, желтый, бирюзовый и красный. Сборка достойная, при сдавливании нет никаких люфтов и скрипов. Корпус устройства получился монолитным, все подогнано точно, никаких зазоров и щелей. Габариты планшета умеренные, а весит он всего 295 грамм. Работать с планшетом приятно, он удобно лежит в руках. Корпус гаджета полностью выполнен из пластика, покрытие матовое, слегка шершавое и почти не собирает отпечатков пальцев. Передняя часть полностью закрыта стеклом. Аппаратных кнопок нет, только сенсорные, реализованные за счет экрана. В верхней части на своем законном месте расположена фронтальная камера на 0,3 мегапикселя. На верхней грани расположены разъемы для гарнитуры microUSB с поддержкой OTG, а также микрофон. На правом торце качелька регулировки громкости и кнопка блокировки. На левой грани расположен разъем для карт памяти microSD. Кстати, поддерживаются карты до 64 гигабайт. На тыльной стороне установлена основная камера на 2 мегапикселя. Автофокуса нет. Качество съемки удовлетворительное. Несмотря на простейший модуль камеры, девайс получил полноценное приложение для фотосъемки со множеством эффектов. Asus MemoPad 7, понятное дело, обладатель 7-дюймового экрана, у которого разрешение 1280 на 800 пикселей. Картинка выглядит достойно. У экрана яркие и насыщенные цвета, а также широкие углы обзора. Сенсор поддерживает до 10 одновременных касаний, работает хорошо и на все касания реагирует моментально. В Asus MemoPad 7 аккумулятор емкостью 3910 мАч. Такой батареи хватит на 6,5 часов при постоянном использовании интернета и просмотре видео. Девайс работает под управлением операционной системы Android 4.4 KitKat, которую производитель прикрыл своей фирменной оболочкой под названием ZenMe. Интерфейс оставляет только приятные ощущения. Все рабочие столы и меню работают шустро, без лагов и подтормаживаний. Asus MemoPad 7 снарядили мощным 4-ядерным процессором Intel Atom Z3745. Процессор работает на частоте 1,3 ГГц. При высокой нагрузке он может повышать частоту до 1,8 ГГц, а в нересурсоемких приложениях частота, напротив, понижается. Графическое ядро Intel HD Graphics. Оперативная память объемом 1 ГБ, а встроенная 8. Аппаратная начинка планшета ничем не уступает устройствам, базирующимся на других платформах. В играх MemoPad показывает хорошую производительность. Из коммуникаций в планшете представлены Wi-Fi, Bluetooth 4.0, GLONASS и GPS. Ну что сказать, MemoPad 7 станет хорошим помощником для решения большинства задач. В целом устройство отлично отрабатывает свою цену и демонстрирует хороший показатель цена-качество. На сегодня все. Увидимся в новых обзорах. Пока!